«Задумке 50 лет». Свой юбилей театр встретил премьерой спектакля «Космическая сага. Невозможное возможно». Постановки объединили выступления живых артистов с анимацией, графикой, новыми технологиями. Они отправляют зрителей в другие миры и счастливыми возвращают обратно. Он получился у нас таким интересным мультимедийным голографическим спектаклем с элементами 3D-шоу. И мы хотели удивить зрителя и показать, что спектакль может быть современным, новым, с использованием новых технологий. Он рассчитан на любую аудиторию, от малого до великого. Он интересен, я думаю, будет всем, поэтому приходите, увидите. Главному герою суждено совершить невозможное, пройти тяжелые испытания, побывать в разных космических пространствах и спасти родную планету. Мы с удовольствием приглашаем жителей Самары и Самарской области на наш премьерный спектакль «Невозможное возможно. Космическая сага» 7 декабря в 12 и 14.30 в КРЦ «Звезда». Билеты можно приобрести на нашем сайте и можно приобрести также билеты по пушкинской карте, поэтому всех ждем! Сегодня «Задумка» является обладателем звания «Лучший коллектив России», национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», лауреатом общественной акции «Народное признание». Елена Чернявская, Игорь Казановский. События.